Здравствуйте, коллеги. Сегодня у нас 11-я часть по проекту «Только факты». Сегодня будем делать тег-хелпер на движке Razer для отображения, постраничного отображения фактов на нашем, собственно говоря, сайте. И для начала немножко теории, так, что такое pagination и, собственно говоря, пейджинг, и для чего он нужен. Ну, в общем, тут как бы на самом деле все очевидно. Есть у вас таблица в базе данных, в которой миллионы записей, все сразу вытянуть из базы не то чтобы невозможно, в принципе, не нужно никогда, ну, особенно для отображения, да, то есть, как бы вытащить-то все можно, и иногда даже, возможно, там для каких-нибудь отчетных и агрегаций там делается, но на UI отображать миллион там или 5 миллионов записей смысла вообще никакого не имеет, поэтому придумали такую фигню, да, такую фигню, которая называется pagination, то есть разбитие на страничку, то есть постраничный просмотр. Дальше. Пейджер. Пейджер – это как раз контрол, который позволяет легко и просто задать вот эту вот страницу, да, это вот отображение на UI, то есть отображение всех страниц, которые доступны пользователю, соответственно, нужно каким-то образом рассчитать его, но это на бэкэнде, и, в общем-то, уже все придумали за нас, на самом деле это несложно. Ну, а пейджер как раз переключает эти страницы, дает какое-то удобство в навигации по вот этим записям, ну, в нашем случае это записи фактов. Какие бывают пейджеры? Ну, в общем-то, на самом деле они бывают самые сложные, самые простые, например, вперед-назад и на количество страниц. Причем я даже видел такие пейджеры, когда там 12843 страницы, и вот они все прям показаны. Ну, был такой вариант когда-то очень давно. Не очень, на самом деле, читабельно, но, в общем, всякие не бывают. Вплоть до того, что, ну, например, вот такие пейджеры, когда у вас есть и не только номера страниц, по которым вы переходите, ну и такой прыгалка, да, вот Page Size 6, которая. Я буду делать свою собственную реализацию, я попозже объясню, из чего она состоит и как она работает, чтобы вам было в процессе ее реализации, ее отображения, показе на экране, вы понимали, что я делаю. Ну и, в общем, бэкэнд для пейджера – это обычный интерфейс, который включает в себя определенные свойства, то есть индекс страницы, его размер, количество страниц, количество айтемов на странице, сами айтемы, собственно говоря. Ну и есть разные вариации там на тему has previous page или has new page. В общем, разные бывают реализации в зависимости от того, что вы хотите показать на странице. Ну, я взял такой обобщенный вариант. Он находится в сборке colobonga.unit.work. Я буду использовать его. Я, вернее, его уже использую, подключив сборку там специальную для отображения медиатора, для использования медиатора. Ну и, в общем-то, там уже есть пейджер и есть выборка, и я буду его использовать. Ну, а теперь, что касается, что я буду делать. Ну вот, если остановиться поподробнее на том, что мы здесь видим, то здесь у меня вот есть те самые страницы. В моем пейджере будет их фиксированное количество 8. Но это не значит, что и у меня всего страниц будет 8. Это значит, что если у меня их 9, 15, 20, то 9 будет здесь. И нажатие на эту кнопку, я перейду на 9 страницу. Вот эта страница, ну, допустим, да, давайте сделаем, что у меня, допустим, 20 страниц. И вот это вот придет на последнюю. А вот эта вот кнопка, она сейчас заблокирована, потому что я уже нахожусь на этой странице, то есть это переход на первую. Это заблокировано, потому что первая минус 1 будет меньше 1, и поэтому это как бы тоже на первую. Если предположить, что я нахожусь, допустим, на четвертой странице, то у меня здесь будет, соответственно, 3, и она будет активна. Это будет заблокировано, потому что нельзя перейти на первую страницу. Нет, давайте так расскажу. Вот эти вот страницы, вот эти вот кнопки, они меняют вот эти вот, вот этот сегмент. То есть я когда кликаю, я попаду, соответственно, на девятую, и у меня будет следующий сегмент. Если еще раз кликну на эту, и у меня больше, чем там 19-20 страниц, то я перейду на третий сегмент. И, соответственно, это будет заблокировано, если я буду, допустим, на четвертой странице, потому что в ту сторону у меня уже сегментов никаких нет. Опять же повторюсь, вы можете делать реализацию такую, которая вам понравится, но я это показываю только для того, чтобы вы понимали, что я делаю, чтобы у нас не возникали недопониманий. Ну и на этом, наверное, нужно закончить теорию. Будем переходить к практике. И давайте переключимся в Visual Studio и посмотрим, что у нас есть и что дальше будем делать. Добро пожаловать на мой рабочий стол. У меня открыт проект «Только факты», в котором мы, собственно говоря, переписываем. Так, ну давайте я покажу. Мне проще показать
пару-тройку слайдов, которые четко опишут, что мы делаем, какие наши задачи, какие цели. А вы, если знакомы, если вы смотрите не первый ролик, тогда перематывайте смело и, в общем-то, там дальше мы продолжим. Итак, перед тем, как начать, давайте вот эту штуку перенесем вот сюда и наведем, собственно говоря, небольшую красоту, потому что, ну, должно быть все красиво. Вот сюда перенесем, здесь сделаем div, пусть будет класс у него с отступом. Margin Yandex, ой, Magic X, нет, давайте, да, по Y сделаем все три и найдем этот layout, вот она форма поиска, ну, чтобы она там глаза не мозолила, потому что она там не на правильном месте. Ctrl-V и еще раз обновим страничку. Сайт у нас запущен, да, запущен. Сейчас перекомпилируется в Razer. Да, вот так вот это будет гораздо лучше выглядеть. Ну и, в общем-то, с чего нужно начать? Нужно сначала определить сам этот пейджер. Ну, я бы хотел... Ну, давайте начнем с самого простого. То есть я хочу не просто натыкать Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы вы увидели результат, а чтобы вы поняли, что от чего и как, и поэтому постепенно начнем его реализацию. Ну, и для начала давайте определимся с местом, где она будет лежать. Я обычно создаю вот такую папку Tab Helpers, и в ней у меня будет Paged List Tag Helper. Вот такой вот класс. Вернее, даже, наверное, не так. Я, наверное, сделаю... Потому что обычно к хелперу прилагается некоторое количество файлов. И я, наверное, вот так сделаю. Ctrl-C. Здесь скажу Shift-F2. Ctrl-V. И еще папку сделаю так. Helper. И в нее положу вот этот самый Paged List Tag Helper. Ну, в общем, чтобы на тот случай, если у меня будет много хелперов, ну, так бывает, да, чтобы у них, у каждого хелпера была своя папка. Ну, и теперь у нас есть этот хелпер, теперь осталось, он как бы пустой, да, ну, вот если вот так вот сделать Tag Helper, в общем, теперь можно здесь сделать Override, и здесь есть процесс Async, ну, давайте пока такое сделаем. Здесь давайте так, для начала его нужно зарегистрировать, чтобы уже посмотреть, как он работает. Ну и делать по образу и подобию, как мы раньше делали, только здесь мы прописываем collab, ну то есть namespace, который у вас facts, вот так вот, вот. Ну, этого достаточно. А, нет, .web. Вот так вот будет достаточно. И так как я его разместил в вьюшку, то мне этот helper будет доступен на всех вьюшках, то есть я его в корневую папку View поместил, вот, в импорт, то есть он будет доступен на всех вьюшках, ну, в общем, по образу подобию, как все тег-хелперы от Microsoft. Ну и теперь смотрите, что самое главное. Теперь главное определиться, как эта штука будет работать. Для того, чтобы она вообще хоть как-то заработала, нужно понять, что есть контент, есть output, и output это та самая тег-хелпер output, ну, грубо говоря, это строка HTML, которую мы будем сформировать, которую Razer будет отрисовывать. Ну и, как вы понимаете, Tag Helper, он на самом деле такая непростая штука, потому что требует для начала множества всяких инициализаций, чтобы внедриться, так сказать, в процесс рендеринга Razer и, в общем-то, увидеть первые буквы. Я предлагаю для начала, да, допустим, сделать какое-нибудь свойство, которое будет string, которое будет иметь, ну, допустим, там, какое-нибудь свойство текст. Ой, ну давайте с большой буквы. Текст вот такой вот. И для того, чтобы этот текст отобразился, собственно говоря, на страничке, нужно проделать множество всяких манипуляций. И я сейчас быстренько это сделаю. Так, append. Ну давайте сделаем пока текст и добавим сюда наш вот этот текст. То есть теоретически это как бы все должно заработать, но это пока работать не будет от слова совсем. А для того, чтобы тег helper заработал, как вы понимаете, он helper, значит, он должен привязан быть к какому-то тегу. И для того, чтобы это сделать, я должен обязательно указать, к какому тегу он должен быть привязан. Ну, пусть в моем случае это будет div.
Ну и это еще не все, это даже сейчас не запустится и не заработает. Давайте я покажу, как это сломает все, чтобы вы тоже не пугались и понимали, как это работает. Так, проект у меня стартует, да, стартует. И сейчас не только не покажется диф, а сломается вообще вся страница целиком. Ну, в общем, и ошибка, она на самом деле неоднозначна. То есть она говорит, что секция не используется, тогда ее игнорируйте. Но дело в том, что у меня секция используется, и я это докажу. Отключив вот этот весь тег и запустив сначала, вы увидите, что все работает. То есть ошибки бывают такие, что они как бы не связаны с тем, что вы делаете, а все связано гораздо глубже через вот этот самый рендеринг, вот этих секций, рендеринг, тег-хелпер, видите, все работает. Надо быть внимательным и, в общем, не поддаваться панике, так сказать. Ну и для того, чтобы это все заработало, мне нужно указать еще некоторое количество данных и информации. Ну, во-первых, есть такая штука, которая называется attributes, и я скажу, что это у меня, ну, это будет тестовое название. Давайте тест attribute name какой-нибудь, вот такой тест attribute name. Ну и, соответственно, мне его нужно создать, и это должен быть private, хотя, ну, у меня это будет private. Const string test. Ой, у меня тест называется. Пусть называется текст. Давайте я его скопирую, чтобы не писать долго. Ну, во-первых, если вы используете ASP.NET Core, то, соответственно, ну, в свете конвеншенов, да, то есть в свете договоренности нужно, чтобы начинался на ASP.NET. Ну, пусть будет текст. Ну и достаточно. Ну и этого, собственно говоря, еще недостаточно в полном смысле этого слова, потому что здесь мне нужно указать HTML атрибут name, который тоже будет соответствовать текст атрибут name. Вот теперь я откомпилирую это все. Вот теперь я это запущу. И вот теперь у меня страничка отображается и работает, но мало того, что она работает, мне хочу еще заиспользовать этот, ну то есть заюзать этот компонент, и он у меня привязан к тегу div. Если теперь напишу ASP, ну то есть где-то тут вот он был, вот он, ASP-текст, вы видите, он подсветился синтаксис, и давайте здесь напишем вот такое матершинное слово. Это не обращайте внимания, она всегда так делает. И когда я теперь запущу снова страницу, уже заиспользовав этот компонент, то, соответственно, у меня перед фактами, как вы видите, вот появился тот самый отрендеренный Razer компонент, в который просто прокидывается контент. Ну и, в общем, другими словами, что весь вот этот рендеринг, он сводится к тому, что нужные классы преобразовать в правильный HTML. Ну и вот этим мы сейчас как раз дальше займемся, и для этого нужно. А, ну давайте я еще сразу покажу. Смотрите, вот такая штука интересная. Если я хочу, чтобы у меня был не div, а был pager, например, то, соответственно, я теперь могу div отсюда выбрать и написать pager. И сейчас это вот не работает, но как только я откомпилирую. Смотрите, у меня уже появился мой собственный личный, да, тег-хелпер, который называется Pager, у которого есть текст. И после запуска, так что я не запустил что-то. И после запуска, соответственно, не изменится, собственно говоря, ничего на UI, но зато на бэкэнде уже как бы вот в разметке очень красиво все получается. Ну и теперь осталось вот этот вот пейджер наделить нужными компонентами и свойствами для отображения вот этого самого пейджера. Ну и, в общем, нарисовать то, что было в самом начале показано на картинке. Коллеги, я решил на секундочку буквально остановиться и решил поиграть в программирование. Ну, не просто программирование на C-Sharp. C-Sharp любит классы, в общем-то, в этом его суть, что управление классами. Ну ладно, не будем про это. C-Sharp любит классы, и я решил определиться, какие классы мне нужны для того, чтобы реализовать этот самый пейджер. Ну и на данном моменте я вижу Active Page, здесь просто Page, есть Disabled Page. Ну, в общем, понятно, о чем я говорю. Таким образом, у меня есть PageRitem,
PageRight Active и Disabled. Это как бы на самом деле все понятно. Но внутри каждого вот этого айтема есть такое понятие как title, да, то есть здесь я вижу единичку, здесь я вижу одинарную кавычку в одну сторону, да, вот так вот. Вот здесь я вижу вот единичку, здесь, соответственно, двойку, здесь одинарную, здесь двойную кавычку. И, соответственно, раз у меня есть кавычки, то мне нужно какой-то value там иметь внутри, где-то в глубине. Потому что оно должно вести на какую-то страничку, как, например, вот в этом варианте кавычка приведет на страницу номер 9, то есть плюс 1. И далее, если у меня есть активность, то она как-то должна определяться, то есть каким-то атрибутом. Если это класс, значит из active, он каким-то там образом высчитывается, значит будет из active. И, соответственно, из disabled, ну то есть отключено или нет, таким же образом определяется. Внутри компонента каким-то образом там будет все рассчитываться. Другими словами, мы сейчас видим 1, 2, 3 класса, и они внутри имеют буквально вот эти вот значения, да, поначалу. Я просто сейчас это расскажу, потом их создам, чтобы не тратить ваше время, а просто покажу, чего как. Ну и, соответственно, раз у нас есть какие-то компоненты, которые определяют страницу, у нас также должны быть компоненты, которые определяют, ну даже не компоненты, да, а свойства, которые определяет сам пейджер. Ну, например, minPage. В данном варианте minPage – это единичка. Дальше, maxPage. В данном варианте maxPage – это 8. Если я нажму на следующую страницу, которая номер 9, мой пейджер должен перерисоваться, и здесь вот это вот должно замениться на следующую группу страниц. И вот этот nextPage, соответственно, тоже должен иметь значение, это 9. Previous page должен также иметь предыдущее значение не менее чем единичка. Ну и как я сказал, обязательно для того, чтобы рассчитать все вот эти количества страниц или там группы какие-то, нужно, не знаю, total page, ой, total количество страниц общее, номер текущей страницы, в данном случае она единичка, и group index, тот самый group index, который будет менять вот эту вот группу при клике на девятку, да, то есть на следующую будет переключаться на 9, тын-тын-тын, и, собственно говоря, до 16, ой, да, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да, все правильно, не сбивайте меня. И таким образом вот этот group index, он и будет говорить, какая группа вот здесь вот как бы сейчас отображается. Ну и вот эти вот кнопки, соответственно, вот эти вот, они переключают эти группы, перерендеривают эту страницу. Таким образом получается, что как минимум 3 класса, да, должно быть, которые я сейчас создам и потом вам покажу, из чего они и как. Итак, начнем от обратного. Во-первых, я создал класс, который называется PagerContext. И давайте я сделаю поближе, чтобы было лучше видно. И, в общем-то, здесь название тех свойств, которые я перечислил на слайдах. Это TotalPage, Previous, Next, PageMin, Max, группа и PageIndex. Что с ним делать, мы уже как бы определимся немножко позже. А еще создал базовый класс, который называется PagerPage. Ну или я, давайте, можно переименовать PagerItem. Page как бы... мне кажется, более четко определяет, что это страница, да, то есть конкретный кусок вот этого самого пейджера. Pager page и базовый, абстрактный, в котором задаются title, value, is active и is disabled через конструктор и больше никак, то есть изменений больше я их нигде не смогу. И для того, чтобы использовать, я сделал наследник от него, вот он использует pager. Просто pager page, и в общем-то в базовый прокидываются название и, соответственно, значение, а дефолтные устанавливаются в значение false. Ну и также у меня есть is active page, где я уже в базовый прокидываю true. Это is active у меня true. Очень, мне кажется, все просто, элементарно. И disabled, соответственно, здесь наоборот. Здесь disabled true ставится, а is active, соответственно, false. Вот такой вот набор, собственно говоря, компонентов, да, классов, которые будут использоваться в этом самом пейджере. Итак, что дальше? Здесь на самом деле я поступлю простым способом. Я сделаю так называемый iPager Tag Helper Service, который будет инжектиться в этот самый helper, вот сюда. Грубо говоря, это будет выглядеть примерно вот так. Ctor
I paged list, ага, это будет tag helper service. И здесь я в процессе вот расчета, где вот здесь вот, я должен каким-то образом сказать, что у меня здесь есть pager, там контекст, мне нужно из этого самого pager, в общем, получить вот этот самый контекст, ну или давай с тем get pager контекст, как-то вот так. И, соответственно, раз у меня есть контекст, я хочу, чтобы у меня... Ну, давайте я тогда здесь сейчас поправлю, напишу tag helper. Я его не так назвал, да? Ну, ладно, давайте тогда вот так сделаем. Tag helper. Пусть будет красиво. Да, хочу. Вот, какой-то вот pager контент. И потом я хочу, чтобы у меня вот эти вот пейджи, да, то есть, которые я буду отрисовывать через forEach, грубо говоря, пробегать var, pages будет вот таким вот образом я сделаю tag helper calculate, пусть что-нибудь там, или generate, пусть будет generate page, пусть будет просто generate, даже вот так я сделал get pages. Вот, и я хочу вот этот pager контекст туда отдать, чтобы у меня была возможность использовать и этот метод, и этот метод на юнит-тестах для того, чтобы определиться, что это работает правильно. Ну, вот примерно как-то вот так вот, да, теперь осталось это все создать. Ну, для начала, смотрите, для того, чтобы получить pager контекст, мне нужно сюда отдать int page index. Воу-воу-воу. А, ну да, мне нужно создать этот метод, я прошу прощения. Давайте я его создам. Итак, здесь у меня эта штука будет возвращать pager контекст. И сюда мне нужно обязательно получить page index. Ну, для того, чтобы у меня этот как раз контекст рассчитался. Int page size. Ну, тот случай, если я захочу прямо на UI менять количество страниц. Также я хочу здесь узнать total pages. Можно это рассчитывать по ходу, а можно взять уже из вот этого самого интерфейса, который называется iPaged list. Как-то так, вот он. Я уже говорил, что он есть. И здесь total pages рассчитывается где-то в бэкэнде, поэтому я это не буду считать еще раз. Я просто получу это с UI. И еще мне нужно сказать, какое количество вот этого вот сегменте будет пейджеров. То есть у меня на рисунке был один от 1 до 8. Я могу там 5 показать, или 10, или 100. И я хочу сказать int, ну, допустим, pages in group, например. Нет, in group. Вот так вот. Ну, давайте с большой буквы напишем, чтобы красиво было. И теперь, соответственно, так, ну, мне нужно сделать где-то тут второй метод getPage. А, ну, для начала нужно сюда прокинуть параметры. Нет, давайте сначала создадим вот этот самый интерфейс. И здесь он у меня уже будет возвращать, ну, пусть возвращает list pager page base, потому что мне нужны базовые значения, то есть общие. Ну, в общем-то, именно для этого и сделался базовый класс, который объединит все существующие просто по одному типу. И сюда, соответственно, у меня будет этот pager контекст. Ну, вот как-то так. Давайте я по образу и подобию сделаю здесь себе напоминайку. Потому что, в общем, нужно, чтобы был порядок во всем. Так, вот update. И здесь наведем частоту. Ну и теперь осталось сделать реализацию этого компонента, этого, собственно, сервиса. И я это сделаю вот таким способом. Да, хочу. И здесь мне нужно... Ну, давайте я еще здесь его сделаю публичным. И сразу, вот чтобы я не забыл, Ctrl-T, два слэша, dependency. Нет такого, что ли? Должен быть стартап. У меня такого еще нету. Ну, давайте сделаем так вот. Просто привычка. Dependency in
Injection, ну, чтобы легко было находить. Сейчас покажу как. Ну, например, я нахожу вот здесь, я скопировал файл, я пишу Ctrl-T, Dependency, и, в общем-то, бац, и попадаю куда нужно, вот для чего я это делаю. И здесь мне нужно сделать что? Мне нужно здесь add transient, как раз вот этот класс, запятая, вот этот реализация, Alt-Enter, и здесь стереть одну буковку I, Ctrl-K, D, точка, запятая. Вот примерно вот так. То есть у меня этот уже так называемый helper появится вот, появится вот здесь, заинжектится, и, собственно говоря, я смогу с ним работать. Ну и, в общем-то, дальше что? Дальше все очень просто. Коллеги, я решил сэкономить ваше время и сделал вот эти свойства. Давайте их покажу. Вот одно, вот его атрибут, и вот его название, и вот его применение. Вот второе свойство, это, собственно, PageListSize. Вот он, и он у нас имеет вот такой атрибут, и он будет отображаться вот такой вот, вот таким вот атрибутом в Divi, который называется Pager. Ну и, соответственно, вот эти вот я все зарегистрировал. Вот третий, ну, чтобы сэкономить ваше время. Ну и, в общем-то, количество айтемов вот в этом группе, у меня стоит по умолчанию 10, я его не буду менять, пусть он остается. И первое, что нужно сделать, это сделать проверку, что если у меня PageList Total Count, то есть если у меня меньше либо равно 1, ну тогда я буду делать return, мне, в общем-то, ничего не нужно считать, мне смысла нету, то есть страниц нету, рассчитывать нечего, я буду выходить из этого образа. Дальше мне нужно подготовить, смотрите, я открыл страницу Get Bootstrap, здесь есть Pagination, то есть так как у меня используется Bootstrap разметка, я должен сделать какие-то приготовления по части того, что у меня есть классы, которые я должен применить, pagination, pageItem, pagelink, там дальше где-то есть, например, disable, active, и я вот эти вот классы заготовил вот в эти переменные, то есть вот в эти свойства, они private, их никто не видит, disabled, pagelink, ну, в общем, вы их видите. Ну, вот этот viewCount, теоретически можно его подставить сюда, а потом таким же образом вывести его наружу, чтобы его можно было тоже так же вводить, если вдруг потребуется менять. Ну, я думаю, что это не потребуется. А если потребуется, то это не в динамике нужно делать. И, в общем, один раз перекомпилировать. Ладно, неважно. В общем, есть у меня свойства какие-то, есть у меня какие-то названия классов, есть у меня представление о том, что я должен нарисовать. Ну и смотрите, я начну с простого. Мне нужно создать ul с классом pagination, в который я буду вот эти пейджи потом закидывать. Ну и, в общем, давайте с этого и начнем. Ну, перед тем, как начать, смотрите, я когда показывал пример с текстом, то там на самом деле был простой вариант, когда я в output, в контент, добавлял просто строку. Как вы видите, здесь в сигнатуре стоит строка. Но можно добавлять и HTML. И сюда тогда уже потребуется HTML-элемент, который, собственно говоря, может быть и строкой. Но вот этот вот HTML, давайте я вот так вот его назову ul, потому что у нас здесь ul. И я вот просто перемену такую же создам. Var ul равно new tag builder мне на этот раз нужен. И внутри я использую элемент ul. И смотрите, append HTML проглотил, так сказать, этот ul, и теперь мне нужно ul этот создал. Сейчас мы пока вот это вот все отложили в сторону, теоретически это должно быть даже примерно вот так, и теперь мне нужно вот этот вот ul добавить к нему какой-то класс, не помню какой, мы сейчас посмотрим, pagination. Этот pagination класс у меня лежит вот, root tag класс. Ну, ладно, пусть так называется, хотя... Ладно, не важно. Мне нужно сделать add класс, и я его назову root tag класс. Теоретически это pagination. И да. Ну и дальше, если я его отрендерю, запущу, то, собственно говоря, ничего не изменится. Но теперь я могу... То есть на UI у меня ничего не изменится, кроме того, что появится ul, ну то есть unsorted list, который, собственно говоря, на UI никак не отобразится, хотя он в HTML будет. И вот теперь я могу делать вот это вот,
вниз, и теперь, ну, представьте, что у меня контент сгенерировался, у меня есть пейджи, который возвращается пачка, я сделал реализацию, на всякий случай просто вам скажу. И здесь я хочу уже непосредственно эти пейджи натянуть как бы на этот контент. Что мне теперь нужно сделать? Мне теперь нужно сделать дочерние элементы, ну, примерно по такому образу var, давайте я напишу var page равно new tag builder. Нет, это что такое, не попадает. Tag builder. И здесь у меня, соответственно, тип элемента уже будет li, ну, то есть list item. И, соответственно, я этому пейджу так. Ой, нет. Давайте, если у меня не пейдж будет, а ли. Давайте так и назову ли. И вот в этот ли мне нужно добавить классы на основании того, какие у них у этого пейджа, собственно говоря, значения. Но для начала, смотрите, у всех, вне зависимости от этого, давайте перепроверим, page link. Вот, page item, page item, page item. Да, у всех ли в классе есть обязательно page item. Ну, отлично, давайте это проделаем. Значит, ли add class page, так, как я его назвал? Вот, page item CSS. Page item CSS. Так, это мы добавили. Ну, а дальше, смотрите, опять же, так, где, куда я его делал? Вот он. У меня у каждого класса ли, ой, у каждого тега ли внутри а. Да, вот, смотрите. То есть нужно создать еще один элемент. Да что такое, я потерял все. Значит, var a будет tag, давайте, new tag helper. Ой, нет, builder в этот раз. И это будет элемент a. И, соответственно, надо посмотреть, какой к нему добавить атрибут. Во-первых, это PageLink. PageLink всегда есть, да? А вот, а нет, тоже PageLink. Везде есть PageLink. Тоже нужно, значит, добавить везде PageLink. Ага, CSS, PageLink. Или как там я его назвал? PageLink правильно назвал, просто написал неправильно, PageLink. Ну, а дальше в зависимости от того, какой он, активный или неактивный, вот disable или не disable, мне нужно добавить соответствующий класс. И теперь у меня нужно написать проверку. Если page is active, тогда a add CSS, так, active у меня, page active tag класс. Active, ой, Active Page Class. Теперь, если у меня Page is disabled, тогда a add disabled CSS класс. Далее, соответственно, мне нужно в ul innerHTML добавить HTML a. Ну и таким образом получается, что у меня по всем страничкам пробежится, по всем вот этим объектам, и он создаст его, и дальше мне этот ul будет добавлен в контент, и в процессе он должен отобразиться. Ну, для того, чтобы он отобразился, давайте добавим его, так, где мой и факты, индекс. В общем, теперь мы можем использовать этот pager. Давайте так вот, pager. И здесь у нас есть уже ASP PageList PageIndex. Соответственно, у меня есть model, и у него есть result, и у result есть PageIndex. Давайте я вот так сделаю для красоты. ASP PageSize. Ну, давайте я поставлю. Ну, так, давайте тоже возьмем из модула. Model, result. Page size. Ну и соответственно ASP total page model. Нет. Model.result. Total count мне нужно. Так, подождите, мне нужно total count. Мне total page. Total page мне. Давайте посмотрим в реализацию. Так, вот. Total page.
Да, мне здесь нужен total count, то есть количество записей всего, чтобы потом рассчитать в том числе и количество страниц. Отлично, тогда это мы должны переназвать. И по большому счету, я здесь правильно назвал, а здесь правильно назвал, а это не page должно быть, а total count. Вот так вот оно должно называться. И да, я везде, кроме этого атрибута, написал неправильно. И здесь теперь мне нужно написать count и откомпилировать. Так, вот про сработало. Ну и даже если раз откомпилировал, давайте запустим, посмотрим. Вдруг получится с первого раза. Ну, смотрите, что-то нарисовалось. И даже давайте посмотрим в разметку. Единственное, что у меня не работает. Вернее, смотрите, у меня получилось нарисовать практически все. Так, давайте я вот так вот поширше сделаю. Вот таким вот образом. Смотрите, у меня есть почти все, кроме контента для каждой из ссылок. То есть он пустой, поэтому вот видите, и нарисоваться нарисовалось, но содержания нету. Давайте добавим контент, потому что мы уже практически на правильном пути. И уже почти находимся в стадии завершения. И для того, чтобы мне это сгенерировать, давайте я здесь вот так вот сверну и создам еще один приватный метод, вернее private метод, который мне должен вернуть string. Ну, нет, давайте сделаем, чтобы он вернул тег, ой, тег builder. И скажу generate link, мы его потом расширим, и сюда, соответственно, будет передаваться title и, соответственно, value. Ну, то есть то, что будет генериться. Я пока сделаю return. Давайте пока вот так сделаем. Пусть пока возвращается title. Ой, зачем я так сделал? Давайте сделаем вот так вот. Потом я покажу, что я имел в виду. Вам сразу станет понятно. Теперь смотрите, раз я в ul добавил a, значит я в a могу еще и добавить какой-нибудь append.html, который будет generate link и отдадим туда page title. Ой, page.title. Вау. Title. И запятая еще page. Что там value. Ну, ключевые моменты. Вот. Что-то он меня не принимает, потому что value у меня int. Нет, это неправильно. Почему у меня value-то int? Так, секунду. Давайте посмотрим, почему у меня value int. Value int очень странно. А, это целое численное значение. Ну да, это я специально перестраховался, чтобы мне сюда буквенные буквы не попали. Вернее, да, там все правильно. Должно быть value. Ну, естественно, тут string. Вот. Ну, также, в общем, сам себя я проверяю, чтобы это было, в общем, четко работало. New tag builder. Ну, видимо, давайте вот так сделаем. Tag value. Нет, value нельзя называть. Элемент. Вообще-то span, по идее, должен быть. Ну ладно, new tag builder. Пусть будет. Давайте пока не будем изобретать велосипед. Я напишу value. Ой, string. И здесь верну пока title. Я объясню, что, собственно говоря, пытаюсь показать, но будет понятно только потом, потому что есть некоторые нюансы. Вот. Я просто хочу показать, что это уже работает. Но здесь есть. Смотрите. Для того, чтобы генерировать линки в ASP.NET Core, используются специальные хелперы, так называемые URL-хелпер или URL-генератор, честно говоря, не помню. Ну вот смотрите, сгенерировалась у нас картинка, ну естественно, они не кликабельные, потому что у нас здесь должна появиться ссылка. А так как у нас здесь ссылки нету, нужно ее как-то туда забубенить. Да? То есть нужно, чтобы у А появился атрибут href, и он должен ввести на реальную страницу. Так вот, сделать это на самом деле, ну, не такая тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд. И я вам сейчас попытаюсь объяснить.
Так, ну начнем с того, что есть такая штука, которая называется HTML Generator, то есть генератор HTML. Давайте его спрячем. HTML Generator. Вот он, давайте его так назовем. Generator. Get set. И, соответственно, его можно получить в конструктор HTML Generator. HTML Generator. И вот так вот его... Нет. И вот так вот его... Так, я сделал private. Нет, давайте сделаем вот так. Generator равен HTML Generator. Вот так. У него есть расширения, которые позволят сгенерировать вот эту самую ссылку. То есть в ASP.NET просто это было, ну, там, URL-helper. А здесь в Core уже немножко другая реализация. И здесь вот есть builder, который позволяет action link сгенерировать. Или page, в зависимости от того, какую вы структуру используете. Экшены или пейджи. Ну, то есть ViewModel, контроллеры. Или, в общем-то, вот эти так называемые пейджи. Ну, здесь еще всякие разные фишечки есть полезные. Можно перекинуть на роут. Ну, в общем, такая полезная штука. И самое проблемное, насколько я помню, это сделать, чтобы он сюда попал. Давайте запустим. Потому что его нужно как-то зарегистрировать. Я, честно говоря, не помню. Сейчас проверим. HTML генератор пришел. Ну, как ни странно, видимо, уже все для его работы есть. Ну и отлично, тогда, собственно говоря, мы его сейчас заиспользуем. Я не помню тогда, где у меня получилась проблема. Но таким образом у меня здесь будет все-таки так builder. И возвращать мы будем вот этот самый generate action link. И сюда как раз, смотрите, падает большая портянка в сигнатуру всяких свойств, которые, в общем-то, нужно где-то как-то взять. Ну и первое это view context. Link text это тот самый title. Дальше action name это, видимо, название контроллера. Не, ой, название экшена, куда нужно сделать редирект. Название контроллера, а также протокол, хостный фрагмент и root values. Ну, в общем-то, в этом, собственно говоря, вся и сложность, чтобы сгенерировать вот эту штуку, которая позволит это сделать. Давайте я за кадром это сделаю, а потом по пунктам вам расскажу. Я закончил рефакторинг, я добавил свойство протокол, вот оно есть, имеет атрибут, атрибут добавлен сюда, добавлен сюда. Ну, в общем-то, вы видите, я добавил все атрибуты возможные, которые потребуются, и вывел их туда же в элемент target. Ну, и теперь по порядку. Итак, я добавил протокол, вот он. Я добавил также... Так, у нас, смотрите, здесь HTML attributes, и я сюда добавил... Ну, то есть генератор сгенерирует link. Ага, кстати, я, кажется, что-то не доделал. Да, смотрите, генератор сгенерирует link, значит, мне этот link уже не нужен. Значит, здесь у нас должно быть ли, ну, в смысле, list item. Здесь должно быть list item. И здесь должно быть list item. Так, и здесь мы сгенерируем ссылку и добавим list item. То есть у нас есть list item, мы добавим и disable, здесь сгенерируем ссылку вовнутрь него, и этот лист добавим туда. Так, теперь вот вроде бы все правильно. Итак, мы добавили класс, этот page-link атрибут CSS класс. Дальше я добавил фрагмент, это опять же свойство, но для моего вот сайта оно не потребуется. Фрагмент это который, ну, например, Encore вы хотите сделать на странице, вот это вот есть фрагмент. Я его использовать не буду, но теоретически это сделать возможно. То есть я добавил и вот этот вот tag helper для page-list, его можно использовать потом вообще в другом месте. Link text, ну как вы помните, сюда писал title, пусть это link text, чтобы было с ним прозрачнее работать. Link text я буду передавать именно link title, ой, title, сейчас покажу. Вот он, title передается. Дальше я добавил хост. Ну, опять же, как вы видите, он здесь не обязательный, но я добавил его как свойство отдельное. Также добавил атрибут и также зарегистрировал. То есть, если мне потребуется ASP-хост, я его задам. Но мне он в данном варианте не нужен. Route Values. На самом деле, это интересная история. Смотрите, вы можете
Давайте тогда, пока его пропустим, вот есть action name, и я его тоже добавил. Вот он action name, снова атрибут и так далее. Я также добавил сюда и контроллер. Ну, на тот случай, что у меня здесь контроллер facts, и мне, да, я здесь еще не добавил, сейчас добавим. И мне нужно его тоже, можно будет указать, то есть у меня пейджинг может уходить на другой контроллер, в другую, соответственно, страницу. Я его, как вы видите, также добавил наверх и, в общем, туда до самого верха его, вот так вот можно, если выразиться. Также я добавил view context, это требуется такая непосредственно вот в этот generate action link, это view context, который берется из фреймворка и добавляется он следующим образом. Я добавил свойство viewContext и добавил атрибут viewContext. Будьте внимательны, это уже не атрибут, это уже другой viewContext. И он используется для генерации именно каких-то там внутренних механизмов. Мы сейчас эту тему опустим. И теперь вот что касается route values. То есть все route values, которые вы можете передать, в общем, по правилам вы можете туда передать любое количество value. И, в общем-то, я создал атрибут route parameters. Вот он. И также добавил его через верх. Это object. Я добавил его, ну, туда наверх на самый. То есть route data, как используется в обыкновенных этих контролах ASP.NET Core, в встроенных билдерах, прошу прощения. Ну и вот здесь я вот этот вот, если он не задан, то есть если, нет, наоборот, если он задан, то я его обрабатываю, беру у него все свойства и каждый из них добавляю в эти route values. То есть это специальным образом прокидывается вовнутрь. В общем, есть некоторая обработка, которая позволяет это использовать. Ну и само value, которое будет подставлено вот именно в текст ссылки, да, оно приходит нам вот сюда как route value, и первоначально в route параметр подставляется. Route параметр, ну, я тоже его добавил, теоретически он у меня может называться по-разному. И, в общем-то, он должен у меня называться параметр по-разному, потому что вот у меня факт, и у меня здесь он page index, а может быть и ID, как мы уже говорили, и page IDX, там, в общем, по-другому. И для того, чтобы правильный route построить, соответственно, мне нужно вот сюда прокинуть как раз, ну, реальное название роутов. То есть, таким образом, у меня получился компонент, который может работать с любым, с любой сущностью в любом контроллере и передирективать, если так можно, конечно, выразиться, и редиректить или там перенаправлять вызовы пользователя на любые страницы. Так, давайте эту штуку запустим. Так, ну, во-первых, если не задать дополнительные параметры, то эта штука наверняка не запустится. Я просто хочу это проверить. Ну, в общем-то, не столько даже проверить, сколько убедиться. По-моему, она не должна запуститься. Null reference вывалится где-то примерно вот здесь. Ну, в общем-то, да, он как раз и вывалился. Все верно. Пока все правильно. И для того, чтобы исправить эту ситуацию, мне нужно сюда добавить как раз значение этих параметров. Я не буду писать обработку, чтобы там писать добавьте, там роуты. Я думаю, что разработчики, ну, далеко не дураки и сами поймут, что нужно сделать. Итак, URL. PageAtList URL у меня ведет на индекс. У меня же страница индекс. Сейчас я посмотрю. Да, страница индекс. Дальше. Мне нужно здесь также указать ASP. Контроллер у меня называется facts, так, и еще у меня есть route параметр, ну, возможно, чрезмерно здесь много параметров, можно лишний поудалять, если там вам больше этого нигде не нужно использовать, но я пока задам здесь, так, route параметр у меня как раз здесь есть, и он называется route параметр page index, я его добавлю прямо вот как есть. И теперь пейджер можно здесь у нас закрыть. И я запускаю проект. Ну и как вы видите, у меня нарисовалось. И внизу отображаются правильные колодки, как они называются, ссылки. Я вот даже сейчас покликаю, смотрите, даже работает все. И даже, а вот не блокируется почему-то. Ну, я думаю, что это уже нюансы реализации. Видимо, я где-то что-то здесь вот заблокировалось. А вот здесь... Ага, здесь тоже. Так, такое ощущение, что я не попадаю на эту страницу. Давайте посмотрим, что у нас тут есть в контроллере. Да, у меня страница по умолчанию теперь пользователю показывается один.
Ну, то есть, страницу нулевой у меня нет, у меня есть первая, и поэтому нужно чуть-чуть сместить. Давайте я это проделаю. Я поставил, что по умолчанию страница равно 1. Так, я попал на вторую, соответственно, мне нужно здесь немножечко подправить. Так, у меня страница, если я буду потом отнимать 1, и это будет меньше нуля, тогда будем отдавать 0, в противном случае PageIndex минус 1. Ну, это, в общем-то, для удобства пользователя, чтобы он считал, что у меня нумерация начинается с первой страницы. Давайте проверим. Вот. А внутри, естественно, у меня iPageList работает с нулевым индексом изначально, ну, в общем-то, как нормальные все программисты, поэтому он... Итак, я на первой странице, иерархия — это мой первый факт, я переключился на второй, на первый, на третий, так что... А, ну да, собственно говоря, получается, сработало. То есть я нажимаю 3, это у меня на первой странице ведет, здесь нажимаю последнее, заблокировано. Ну, в общем, получается, что получается. Ну, в общем-то, пока, наверное, на этом все. Я уже, не знаю, наверное, нужно заканчивать. Ну, единственное, что, наверное, последнее нужно сделать, это, наверное, поместить его на нужное, правильное место. И я сделаю это вот таким образом. Здесь я... Если у меня есть какие-то модели, то я хочу сделать div. А, значит, я не буду div делать. Я прям в самом вот этом пейджере, который у меня теперь может быть еще и класс. И, ну, давайте сделаем merge сверху и снизу. Ну, давайте сделаем 5 и обновим страничку. Так, смотрим вниз. И вот он мой пейджер. И вуаля, и все работает. Листаем, листаем, листаем. Ну, по-моему, получилось достаточно круто. В общем, друзья, на самом деле, наверное, это все. Я думаю, что от вас будут вопросы, пишите. Вам большое спасибо, что вы смотрите. Спасибо, что пишете приятные комментарии. На этом с вами прощаюсь. И, ну что ж, пишите правильный код, и вам будет счастье.